Скажите, пожалуйста, вы до этого ранее вакцинировались? Да. Жительница Самары Наталья Кучерук хочет быть здоровой, поэтому на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции приходит уже в четвертый раз. Несмотря на пенсионный возраст, женщина по-прежнему работает и является сотрудником детского поликлинического отделения, а стало быть, постоянно контактирует с большим числом людей. Все сделанные ранее прививки она перенесла хорошо. Без температуры, без особых таких вот симптомов. Все, у меня все хорошо в этом отношении, поэтому я не боюсь и вакцинируюсь. Такого же мнения придерживается и жительница Самары Татьяна Крайнова. Чтобы обезопасить себя и близких от возможного заражения COVID-19, она вакцинируется по графику. Я ждала, что пройдет полгода, и я приду, и каждый вот как положено, я прихожу и вакцинируюсь. Особенно важно вакцинироваться перед началом осеннего сезона, утверждают медики, когда отмечается рост респираторных заболеваний. Прививки уже сделали почти 1 750 000 жителей региона. Повторную вакцинацию прошли свыше 528 000 человек. На фоне подъема заболеваемости COVID-19 в Самарской области специалисты напоминают, регулярная вакцинопрофилактика – необходимая мера для поддержания коллективного иммунитета. Бояться прививок не нужно. Перед процедурой пациента в обязательном порядке осматривает врач. Конечно, необходимо прививаться, необходима ревакцинация, потому что иммунитет действует, иммунная защита действует в течение только 6 месяцев. То есть через 6 месяцев вам нужна обязательно повторная прививка. Вакцинация спустя полгода после первичной иммунизации или перенесенного заболевания укрепит иммунитет и при встрече с инфекцией минимизирует риск тяжелого течения заболевания. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуги, по телефону поликлиники или по номеру горячей линии 122. Ольга Павлова, «События».